Мы продолжаем пасук Ират Ашем, Решит Даат, Хохма у Мусар, Авелим Базу. Перевели пока условно: страх перед Богом, начало разума, мудрость и этику скептики презрели. Разобрали первые слова, это Ират Ашем, что значит бояться Бога, то есть предвидеть последствия, что мы будем ответственными перед Богом за все наши поступки. Решит – начало, которое означает рож, то есть начало, в котором заложено продолжение, рож – голова. Дат – разум, осознание Бога в нашей жизни. И сейчас попробуем вместе понять, что же имеется в виду в этой первой части. Как строится сознание человека? Ребенок, когда рождается, то с первого момента все вокруг него бегают. И когда ему неуютно, холодно, он хочет есть, он плачет. И его, сразу все его желания исполняются. Его кормят, его тепло одевают, его убаюкивают. С ним гуляют в коляске, ему дают какие-то игрушки. То есть все стараются сделать так, чтобы он не плакал. И это ощущение первое, оно что... Он центр всего, центр жизни, а люди, которые вокруг него, они ради него, они для него. Он никогда не знал, не понимал, что мир существовал до него. И, конечно, видит, что мир существует ради него. Ребенок растет, его желания тоже растут, он уже хочет велосипед, хочет наушники, хочет какие-то книги, поездки. И понимает, что просто плакать недостаточно, и он смотрит, изучает окружающих, как добиться от мамы, от папы, от бабушки, от дедушки получить его желание. И так человек растет, получает профессию, идет работать, но вот это осознание, оно часто остается, что он центр мира, не понимает, как мир существовал до него, и не понимает, как может мир существовать без него. И когда ему кто-то говорит, что а ты знаешь, что Бог управляет этим миром, и мир был до тебя, и будет после тебя, и у этого мира есть правила, и у тебя есть какая-то миссия, ради чего ты спустился в этот мир. Это совсем другой взгляд, другое понимание. То есть не мир для меня, а я спустился сюда для этого мира, сделать какую-то миссию, сделать какую-то работу в этом мире. Вот это переосмысление, оно может произойти, говорит царь Шломо, если Ират Ашем решит дат, если боязнь, страх перед Богом, оно начало его разума. То есть если его разум базируется на мысли, что за каждое действие в этом мире я буду нести отчет, и мир будет дальше продолжать после меня, И у меня тоже есть какое-то продолжение, есть будущий мир, есть какая-то награда, есть какие-то наказания, то его изучение, его жизнь в этом мире, она поменяется, отношение к миру, оно поменяется. Он будет спрашивать, задавать совсем другие вопросы. А зачем я здесь? А что я должен сделать? А что от меня требуется? Во второй части написано: Хохма у мусар, авелим базу. Мудрость и этику скептики презрели. Хохма, мы с вами разбирали, что это мудрость, полученная от Бога на горе Синай на все сферы нашей жизни. Мусар – это этика от слова асур – связывать. То есть этика, которая нас, фиксирует нас, что мы должны жить соответственно нашему мировоззрению. Авиль от слова, от корня улай, может быть, это скептик, который говорит, что может быть есть Бог, а может быть нет, может быть есть будущий мир, а может быть там вообще черная дыра, может быть надо исполнять заповеди, а кто сказал, что нужно все исполнять, может быть нужно часть исполнять. Это человек, который не готов на кон поставить и жить, зафиксировать свою жизнь в определенном направлении. Базу от слова левозот – презреть. То есть человек, если он что-то презирает,
то он относится к этому несерьезно, как-то ставит это на третий план. И поэтому скептик, человек, который никогда серьезно не изучал тему веры, тему Торы и про Синайское откровение, он не уверен и он не готов свою жизнь пустить по этому руслу. Но он иногда может сходить на какой-то урок, на какой-то шаббат, поинтересоваться. И говорит царь Шломо, что все зависит от начала, от его, что у него в голове, от осознания жизни. Или он понимает, что он центр всего, он центр мира, и все крутится вокруг него. Или он понимает, что наоборот, мир был без него и будет без него, и он находится в каком-то эпизоде этого мира, спустился сюда, чтобы исполнить какую-то цель. И тогда он спрашивает, а как мне правильно жить, что я должен делать и в каком направлении мне двигаться. И я всем нам желаю найти вот этот решит, найти, осознать, ради чего мы здесь с вами находимся, ради чего мы живем, и дальше уже продвигаться, познавать мир уже в заданном нам направлении.